Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon 2016 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил, КПП и передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках хорошей резине, имеются ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 118 тысяч километров, по салону темный салон. Чисто ухоженная ткань, также присутствует третий ряд сидений, мультимедиа, кнопка старт-стоп, двухзонный климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла, обогрев боковых зеркал, мультируль, подрулевые лепестки, две электродвери, режим экон, система курсовой устойчивости, контроль полосы, помощь в предотвращении столкновения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.